Накануне вечером было совершено нападение на сотрудников охотзоопрома. По некоторым данным, по автомобилю инспекторов открыли огонь. Факт зафиксировали вчера в Касталовском районе. Огонь по автомобилю инспекторов охотзоопрома открыли примерно в 6 часу вечера. В результате стрельбы находящиеся в ленд-крузере сотрудники не пострадали. Полицейские установили двоих подозреваемых. В настоящее время идет досудебное расследование. По данному факту Касталовским отделом полиции начато досудебное расследование по статье 380 прим. 2. Значит, это применение насилия в отношении государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря. Значит, в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на, значит, установление и задержание данных лиц.